Всем привет! На канале ExoHobby. Сегодня я хочу покормить свою редкую ящерицу. Так. Шпана схватила, но она его пустила. Сейчас я думаю, схватит и продолжит есть. Так. Что он с очками где-то? С очками. С очками получила. Ребята, я не хочу сейчас комментировать, потому что я стою очень близко от нее, наверное, сантиметров 10 от нее. Если я могу, если я заговорю, то я могу ее спугнуть. Ну, спрыжка наша ящерка уже почти доела. Сейчас она стала как быстро довольно с сверчками справляться, потому что раньше, вот, наверное, полгода назад она с одним сверчком могла минут 10 мучиться. А сейчас вот, ну, наверное, за минуту справилась. Снова, видите, проталкивает по шее, по телу своему, к желудку. Видите, как змеи делают, так же и ящерицы. Сейчас я уже могу показать поближе. Лучше ее сейчас не брать, потому что если ее сейчас взять в руки, я бы вам хотела показать, но сейчас этого делать не буду, потому что если ее взять, то она может сверчка выплюнуть. Как и змеи, и еду могут выплюнуть, если они только поели и их сразу схватили. Проталкивает, все, протолкала. Теперь, после того, как ящерица сама начала двигаться, ее можно взять. Ну, конечно, я ее сейчас, наверное, не поймаю. А, даже не буду ее просто пытаться поймать. Просто покажу вам ее. Вот так вот выглядит ее террариум. У некоторых, наверное, есть вопрос, почему я ее еще не уложил в спячку. А потому что, ребят, в России, конечно, уже это минус 10. А в Чехии у нас еще бывает иногда плюс 16, плюс 15-16 градусов. Но в любом случае я ее уже подготавливаю к зимовке, уже откармливаю ее. И думаю, в течение пары недель уже уложу ее в спячку. Так что вот так вот. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.